Здорово, народ, с вами Тед Мосби и Кьюбс. Всем привет. В общем, это третья часть прохождения Майнкрафта, и у нас случилось ЧП, точнее, у меня случилось ЧП. Атака. Хитрый. Да. Наш сериал хотят задудосить. Закрыть. Сейчас я вам покажу, в чем дело. Я снимаю броню. Ты не сменился? Снимаю. Ты, кстати, тоже можешь посмотреть. Я не видел. Вот. Задудосили, взломали мой аккаунт и, в общем, сделали мне такой скин. Написали «ты лох», выбрали мне что-то похожее на мужской половой орган сзади, сзади на голове, и сверху у меня лысина. Не могу показать сейчас, где. Не видел. Сейчас гляну. Вот, смотри. О. И да, вот я зашел в меню. И сзади, видишь, у меня нечто похожее на букву «Т». Перевернутое просто. Что? Перевернутое. Да, перевернутое. Видимо, хакер был неграмотный. Короче, в общем, ничего страшного, я восстановил аккаунт. Буду играть с этим скином, раз уж я заслужил, видимо, за что-то. Но неважно. В этой серии, как мы и обещали, мы пойдем просто в деревню. Не знаю, мы пойдем в деревню, мы пойдем изучать ее. Да, мы пойдем изучать деревню. Она вроде в той стороне, да? Ну да, она вот, мне кажется, правее чуть-чуть того столба, который там стоит, вот видишь. Это твой еще, по-моему, самый-самый первый. Ага, я где-то помечал. Ну, мы здесь бежали, потому что мы здесь еще плыли через реку, через озеро такое большое. Короче, куда-то сюда нужно бежать. Угу. Но я мы там пока, где-то оставлю. Да, сами не знаем, что мы будем делать в этой деревне. Мы пойдем, сходим, посмотрим, что там и как. Потому что лично я себе не представляю, как сейчас работают деревни, потому что я не играл уже очень давно. И я тогда-то не особо помню. Там можно было торговаться с помощью изумрудов. У нас, кстати, их нет. Вон деревня, нам туда. Да, мы прям возле нее. Так, ну что, вот, дорогие друзья, мы возле деревни. Разделимся. Блин, прикольно вот это вот полянка. Да, давай разделимся. Я пойду дальше, вот ты здесь пока ходи, а я дальше пойду. Так, у них тут много хлеба. Спасибо. Не знаю, оружие их не пугает, как думаешь? Оружие? Не знаю. Я буду с мотыгой ходить. Я тоже, кстати, с мотыгой хожу. О, у них есть подставка под книгу, знаешь, что это, зачарований. О, забирай ее. Яблочки. Тогда и книжные полки заберу. Нам они пригодятся. Забираешь? О, я их слышу. Ну, получается, все, мы уже их грабим, да? Да, ты бы видел сейчас эту картину. Они стоят. Вот, смотри, чувак. Да, можно торговаться, короче, морковь есть и пшеница. 20 пшеницы, 22 морковки. У меня есть 25 пшеницы. Так, можно спать здесь. 25, ты можешь один изумруд получить. Блин, что-то как-то... О, слышишь? Да. Это я. А. Во, я нашел. Вот. Нажимайте колокольчик, подписывайтесь. А вот он. Да. Можно, кстати, себе забрать. Ну, не будем грабить. Не будем грабить, но сундуки мы все-таки. Мне нравится, знаешь, вот эта обивка у них здания. Я не знаю, что это за дерево такое. Это он легко ломается, скорее всего, это что-то. О, смотри! Пшеница, может? Смотри. А что? Что это такое? О, точилка. Точилка? Нет, это стол. Подожди, он разрезает камни. Вот, все. Я положил камень, можно сделать половинку, можно сделать ступеньку, а можно сделать еще для забора, видимо. Фигласи. Или уголок. Давай заберем. Давай. Чё спишь, блин? Давай мне изумруд. Так, есть сундук, а ты уже его оборвал. Ладно, ты сделал какую-то сделку, да? Не отходя от кассы. Называется. Ну, у меня она... What a deal называется, типа, что за сделка? Ну, короче, я купил одну эту. Изумруд. Да, изумруд. Чё-то пока я ничего не нашел больше. Было бы прикольно напасть на них и поджечь деревню, но такого делать мы не будем. Вроде больше ничего нет, крайней мере, я не нахожу. А, вот еще есть дома, погоди, я здесь не был. Блин, как можно сделать лассо? Давай одного из них заберем, который торгует, и будем у него покупать вечно. А зачем? Я вообще пока не пойму, зачем эти изумруды, что они дают? Я забыл. А, мы за них хотели что-то покупать, но мы купили их. Изумруды? Да, за изумруды там что-то можно было. А, у нас этот, блин, он же пропал. Он у нас был и пропал. Ну я вот тут еще дома смотрю. У них прикольные такие уютные домики маленькие. Здесь повыше просто еще есть дома от деревни. Мне кажется, ты здесь не был. Но здесь ничего интересного пока. Блин, я хочу эти колокола забрать, они классные. Ой, тут опять. Давай заберем колокола. Тайм, все. Я забрал. Так, и на всякий все, случай пойдем. Заберу вот этот камень, потому что мало ли, этот колокол только на этот камень держится. А у нас они есть, я добывал их. Ну, по крайней мере, да, я их добывал, а то остались они или нет, я, конечно, не... Чувак, вот у них ферма есть. Где? Вот повыше тут, чуть дальше деревня. Тут со всяким разным ферма. О-хо-хо, морковочка. Так, вас не звали. Так, ну вроде это одна ферма. А что это такое?
Компостер какой-то у них здесь стоял. Но это, видимо, для удобрения самой этой. Так, я больше не вижу. Деревню мы тут немножко разграбили. Немножко поторговались. Уграбили деревню. Может, переночуем здесь, чтобы утро наступило? Ну, пойдем. Так, надо искать. Я там находил дом с желтой кроватью. А тут их несколько. О, я вижу тебя. Так, ну окей, ты давай здесь, а я буду... Я уснул. Он обиделся, ушел. Так, ну все. Как-то, знаешь, так быстро. Короче, смотри, есть такой план. Слушай внимательно. Сейчас возвращаемся домой. Все ненужное выбрасываем, все нужное берем. Угу. Сготовим карту. По карте уходим в дальнее плавание. То есть вообще прям далеко? Ну, недалеко. Так, новый день, новое утро, ребятушки. Мы сегодня, в смысле в этот день, который наступил только что, будем делать карту. А как делать карту, я не помню. Итак, ребята, сейчас будет урок, как делается компас. Берем я железо. А тростник нужен тебе? Да, наверное. Но у нас вроде есть. Ну, я собираюсь. Опа, посмотрите, что я создал. Это же легендарный компас. Так, а теперь... Компас Джека Воробья. Да, теперь нужна бумага. Ты как-то странно призываешь бумагу. Бумага. Ага, фигушки там. Опа, чистая карта. Ты сделал? Да. И она открывается теперь, если ходить? Блин. Все очень плохо. Так. Че? На, посмотри в нее. Мы просто всю эту местность знаем. Кинь в книгу, кинь в меня книгу. А я ее положил в сундук. Я почти сделал. Сейчас. А было все у нас? Да. Нифига себе. И... Нифига ты... Какой же у меня теперь крутой меч. На нем стоит Sharpness и Unbreaking. То есть у меня теперь два и вообще очень крутой я стал. А как ты зачем? Блин, а мне нужно... Блин. А какой у тебя уровень сейчас? 24-й. Я зачаровал, не помню, на сколько уровней. А но как ты зачаровал? У меня нету этого лазурита. У меня есть, могу тебе дать. Откуда у тебя лазурит? Я добывал в пещере. Лазурит? Да. Ой, не лазурит. Лазур, лапюс вот этот. Изумруд? Нет, лазурит, вот. В смысле? Я ничего не понимаю, Владик. Посмотри. В натуре, блин. Ну, сейчас ты весь, правда, потратишь, и я не зачарую. Не, у меня 64 есть его. Что ж, его? Да. Откуда? А я его с сундука украл. Я понял. Я сейчас прошелся по сундукам, когда ты спустился. Вот, смотри. Вот 64, да. Прикольно. Прикольно. Еще говорю такой, дай мне. Очень прикольно, да. Капец, все, я теперь вообще непобедимый буду. Небесно-кореш, да? Да. У меня теперь вообще все, смотри, я вообще свечусь. А у нас... А кремень есть, нет? Кремень есть. А, нет, я его весь использовал. Очень плохо, очень плохо. Ну да, наверное, не очень прикольно. Блин. Итак, то, чего мы все так ждали. Что? Ты идешь смотреть? Да, ты будешь поджигать? Угу. Оу, нет! И... А, как круто, как круто! Ты уже ушел, нет? Прикольно. Нет, я здесь. Нужно еще как-нибудь красиво... Прощай! Стой! Я не ушел! Ой, ой! Меня уже почти засосало. Смотри, я ухожу! Сейчас зомби ударит. Итак, новый день, новое утро. Мы поспали. И мы отправляемся... Вот. Так быстро? Стой, давай вместе. Давай. О! Это ад! Посмотри! Это ад, ребята! Это ад, ребята! Посмотри, что это за новые этот блоки? Ай, да, кстати, они, по-моему, были. Я не помню точно. Я не... О, так, там какие-то лавовые блоки. Офигеть, чувак, посмотри, какие там блоки лавовые. Ты видишь? Да, да, я же тебе говорил. Блин, а как? Я не знаю, короче, все или ничего? Я могу сейчас потерять все свои вещи? Не надо! Смотри, я спустился. Я прыгаю. Прощай. Нет, 3. Стой, не надо! 2-1. А где ты? Ой, больно, я спрыгнул. И прыгаю еще раз. Раз, раз, два, три. Ау! Все, я внизу возле лавы, здесь есть светящиеся блоки, и все горит, и... Короче, все подряд здесь есть. Ой-ой-ой, тихо, я слышу Гаста. Я слышу. Даже название его помню, хотя... Вон он вверху. Не вижу. А, вижу.
Так, насколько я помню, можно отбивать его. По нам стреляют, чувак. Или это ты? Это я. Я что, пытаюсь можно? Него. Да, его можно убить, но ты зря это помнишь. Чувак, ты попал? Два раза уже. Где он? Да блин, он улетает. Я его не вижу даже. У меня всего 3 стрелы осталось. Я пойду теперь эти светящиеся блоки добуду. Ой-ой. А! Нет! Что такое? Он в меня стреляет. Я не могу отбиться. Так, где ты? Погоди. Я хаваю рыбу. Теперь как нам вернуться? Ну, портал я вижу, это уже неплохо. А я тебя не вижу, это плохо. А если я один раз, ну, если я одного зомби убью, то на меня они все автоматически будут нападать? Да. То есть, если они меня встретят, даже другие? Да. Ой. Я слышал, как он стреляет, чувак. О, слышишь? Это хорошо, значит, я рядом. Я не пойму, где он. Как будто в меня летят. Сейчас я... Ой, я слышу даже... Он по тебе стреляет? Да. Сейчас я гляну. О, я вижу портал. Портал ниже или выше тебя? На моем уровне. А, значит, я понял, где ты. Но как мне до тебя дойти, я не знаю. Сейчас попробую. У меня а куда он делся? Нет. Куда он делся? Вон он над тобой. Ой, вот он. Ау! Я просто сверху смотрю на тебя. Ау! Блин, раньше же можно было отбивать их. Ау! Я его убил. Что? Еще один где-то. Пока я не вижу. Вот он, вот он! Я здесь, иди сюда. Там еще один, Я убил! Убил! Блин! Чувак! Упала? Да. Сюда! Ой, убил! Я убийца гастов! Стой! Это моя. Это порох? Вот он, внизу. Внизу, забирай. Все, собрал тебе. А что, куда ты идешь? Я хочу найти этот пещеру. А, замок? Да. Я боюсь, правда, потеряться. Вот сейчас я уже слабо помню, где этот. Вон, ну, я знаю, где он находится. Чего вы на меня смотрите? Уходите! Проваливайте отсюда! Ой, тихо. Где? А, вот вижу. Вон сзади. Угу, запомнил. Давай, наверное, пока первая вылазка, это все. Просто что-то как-то... Вернуться хочешь? Ну, страшновато здесь ходить. Согласен. Там же... Ой, газ, вот он, где ты? Да. Привет. Он над лавой прям? Вон, глянь, передо мной. Еще один. Ты уверен, что ты хочешь драться? Уходи! Ай, бой. Сейчас, я хочу, чтобы он подлетел сюда поближе. Я, может, его с мяча смогу зарубить. А, он прям в меня, чувак. Мне конец, прощай. Я не могу, блин, его даже отвлечь, у меня лука нет. Сейчас. Ой, отвлек. Я запустил обратно. Просто мечом потом, да? Да. Ха-ха, вернуть отправителю. Ты убил его? Нифига себе. Чё? У меня даже музыка заиграла. У меня такая заиграла. Ту-ту-ту. И написано «Вернуть отправителю». Короче, это какое-то редкое достижение. Ну да, я видел, что тебе дали. Оно фиолетовое еще такое. Да. Чё ты делаешь? Ау! Что такое? Я горю. Мы дома. Ты дома, моя ракокошечка. Кони! Да ну! Кони! Да ну! Это лось. Это осёл. О, прикольно. Послик. А то кони. Я себе буду брать коня. Мы можем сделать коней, но проблема в том, что нам нужны седла, чтобы именно на них гонять. Ну мы друзья же, давай. Ну чё ты? О, всё, подружился. Как? Много раз садись, и она будет твоей подружкой. Но! Чтобы на них кататься, нужны седла. Я забыл, как делается седло. Из кожи просто? Да, по-моему. Крипер идет.
Ну, это тогда убей его. Я подружился. Он убьет сейчас мою лошадь! Чувак. Тебе нужно ее покормить. Сейчас, я дерево добуду. Лошадка, стой там. Повезли их домой. Я поеду на ней. Как? У меня есть кожа. А как делать? Не знаю, я хотел, чтобы ты мне сказал. Сейчас скажу. Следи, чтобы меня зомби не убили. Так, седло, Майнкрафт. По-моему, там что-то еще надо. Что? Седло нельзя сделать. Блин. Его только найти. У нас есть седла, погнали. Нужно их довести до дома. Это моя лошадь. Это моя. Моя с черной, этот, вверх. А я на нее садился. Нет, ты... Грязный человек. Ой, тут эндермен. Ты идешь? Ну да. Ой, очень страшно, ой, очень страшно. А, у меня стреляет скелет. Я точно не знаю вообще, куда идти, я просто иду. Ой. Парень. Он на меня напал. Мне сейчас, он меня на лошади сейчас убьет. А, нет, правда убьет. Я не могу избавиться от пауков. Я боюсь, я очень боюсь. Он со мной говорит, он говорит, уходи. О, нет! Я его убил. Фу, я вспотел. Я назову свою лошадь Шторм. Почему? Не знаю, по-моему, такие имена дают лошадям. Типа Шторм, Буря, Гроза там. А! Где солнце? Белая лошадь, блин. Поздно менять. Ну, да, иди будет. Сюда. Почему ты не хочешь за мной идти? Я тебе лучшей жизни желаю. Я вообще фиг знает где. Я нашел свой дом. Свой дом. Блин. Круто, я там отобрал дом. Когда я потерялся, я нашел свой дом. Я про это и говорю. Ау, кактус! Шторм, стой. Да иди сюда, лошадь. Она вредничает. Есть одно седло. Я все, снарядил свою лошадь. Не мою броню только не трогай. Ну я твою не брал, я только золотую взял. Это моя была! А как узнать, чья она была? Она была единственная, я ее добыл. Ну она подошла так идеально под мою серую лошадку. Капец, блин. Ну что с седлом тебе делать, я точно не знаю. А с броней? Ну броню еще ладно. А блин, я же добывал седло. Все забрал, все, что мое, блин. Я на том месте, где ты Эндера убил. Помоги мне. Так, сейчас я туда пойду. На свои. Сейчас я покормлю свою лошадку. Да, блин, не трогай мои яблоки. Ну, я два всего взял. Она быстро их так съела. Блин, тут еще осел есть. Хочу осла взять. Осел из Шрека. Один уже нашелся. Один уже забрал мое седло и броню. Ну, кто первый дошел домой? Офигенно, блин. Лучшие правила ever, блин. Ничего не понимаю, где моя лошадка? Ну, то если ты не ходил, я так не смогу тебя найти. Не, я не хожу. Я вот прям рядом с тем местом, где мы взяли лошадь, и с тем местом, где ты... О, я тебя вижу. О. Блин, крысиная вообще броня у тебя. Цыганская, цыган. Назови свою лошадь цыганка, блин. Мне правильно послышалось, сказал? Красивая у тебя броня? Нет. Она тухнет. Видимо, цыганская броня тяжелая. Да, кстати, да, возможно. Так, надо поспать. Тандерштом. Ты слышал? Что? Эти колокола сами по себе звенели сейчас. Очень страшно, очень страшно. О, все, можно спать. Новый день, новое утро. Так, нужно теперь по процедуре искупаться. Один тростник вырос. Спасибо всем, дорогие друзья, за просмотр. С вами был Тед Мосби, с вами был Кьюбайт. Скажи хоть слово. В этой серии мы добились многого. Я нашел лошадь, у меня теперь есть броня на ней. И вообще я счастлив. Да. Это звук, как, вранья. Прекращение слов. Да. В общем, добились многого. Возможно, вы многого чего не увидите, потому что придется нарезать. Играли мы очень долго, но это того стоило, ребята.
Да, если что, чтобы вы знали, мы играли 10 часов. А все то, что вы видите, это монтаж. Да, и теперь я не могу ходить благодаря этому. В общем, ставьте лайки, ребята, подписывайтесь на каналы. Не забывайте, красная кнопка плохо, серая хорошо. Превращайте красную в серую, и у вас будет все замечательно в жизни. Оставляйте комментарии, что вы думаете, и подсказки какие-нибудь, или какие-нибудь задания, тоже неплохо. С вами был Дед Мосби, с вами был Кьюбайт. Всем пока. Всем пока.